Глава Андрей Шубин подвел итоги работы комитетов и муниципальных служб за прошедшую неделю и определил задачи на предстоящую. Коммунальные службы города работают в штатном режиме, проводят ремонтные работы на тепловых сетях, готовят город к осенне-зимнему периоду. Ветеринарная служба проводит бесплатную вакцинацию животных от бешенства ежедневно. Глава города объявил, что начальник Десногорского управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Игорь Медведев уходит на заслуженный отдых. Поблагодарил его за многолетнюю службу и пожелал доброго здоровья.